время сразу идет, если что. Да. Мы просто тестили на третьем. Короче, стояли там. Да, ну бафались, типа, понял. Фу. И там, оказывается, время идет. Я, короче, все-таки решил 150 кадров собираю. И это газоно. Да, я тоже. Блин, так громко. Ну, я потише сделаю. Надо было, знаешь, как делать? Надо было со всех боссов собирать вот эти вот фиолетовые и потом за раз там штук 10 открыть. А, я выбил. Синий, что? Кстати. Синий браслет выбил? Угу. Ну ладно, сейчас. Я вот с ними ходил, первого убили, открывал и сразу синий. Я, короче, потратил 100 магии примерно. И ни хрена. Да тебе надо было просто базовый стать. Да, у меня много базового было, не знаю. Забей там. Второй у меня просто один ближней меткости, а первый вообще не под мой класс. То есть там Unreal вообще первый, мне вообще мой класс не попадался. На мне наоборот первый попадался вот как раз твой класс. Ослабление, вот это все. Ни разу нет, не попался там. На мне ни разу не попадался, прикинь. Да, да. Мой. Навара попадалась там на твоего чаще всего. Станы там, еще какая-то дичь. Короче, сейчас это добьем, я быстренько тогда перезапущу стрим еще раз. И, mm-hmm. и заново все-таки еще и два пройдем. Надо было брать базовые, мне раз 4 базы упали. Ну, крафтить эту фиол магию, это вообще скип, наверное. Там дорого. Супер дорого. Получается минимум 5 миллиончиков, да, надо будет только, чтобы одну синюю сделать. Не, 6 миллионов. И сколько там на одну фиолетовую? Ладно, потом гляну. Надо посчитать на самом деле. Не, ну лучше за 1200 вот так покупать. Я думаю, что там просто покупать, есть типы, которые крутили тоже. И им базовый вообще не попадался. Я говорю, мне раз 4 базовые попадал. Вот мне тоже часто попадалось. Я его очень быстро выкрутил базовый, но я еще ролял. Думал, что тут заролять второй, первый. Попадание, видишь, но... опять эффект ослабления твой. 5%. Меткость в ближнем один и урон открыта. Мне вот так вот. У меня был... Отойди от меня. А чё он стоит, тупит? Кто? Там вот этот босс стоял. Вот пока чё-то тормозил. А в форте пол лица просто отлетело, пока он всё стоял. Не, он его на нем был. Я знаешь, что думал. Я думал, разберу это форте убить. Нормально. Не, кстати, на эту фигню типа SSS-стример. Видишь, у меня написано, на одной буквы не хватило. Последнее пришлось удалить. Да. Thank you.
Last Hit. А, я еще жду. Тебе еще 2000 как раз нормально. Я... Переагриваю, видишь, форзю. И это. Это если бы они сзади стояли, все чики-пуки было бы. Они прям на его пороге стоят. Все маги вроде норм. Да, кроме вот этого. Последняя так удалена. Хотя урон от крита... Не, на урон от крита надо крит до макси. Там нормально, чтобы чаще он подал. Так это бесполезно. Сорок кристаллов. Надо будет опять закидывать. Все. Минус. Собирай, собирай, собирай быстренько. Оп. Да. Здесь можно потренироваться, по-моему, воровать. Да. Я вот не знал, как оно вообще собирает. Раньше. И здесь как раз научился воровать. Сейчас можно выйти, правильно, чем мы здесь.